Память об Иванове разбросана по всей планете. Поздравить Интердом с 82-м днем рождения приехали выпускники и друзья. Гости говорили много теплых слов, ну и, конечно, дарили подарки. Сегодня в учреждении обучаются ребята из России, Сирии, Украины и Гвинеи-Бисау. Иностранцев уже, конечно, не так много, как раньше, но Интердом по-прежнему следует своему главному принципу – окружать заботой тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И каждый среди собравшихся испытал это на себе. Эрик – уроженец Канады, в Иваново прилетел с Кипра, там он живет. Интердом Эрик закончил в 1973 году. У меня родители канадские коммунисты, которые работали в Москве, и меня направили в 7 классе в Интердом, что был за 7 по 10 класс, и очень рад, что сюда попал. Всегда воспоминания какие-то. Это рассказываются разные байки, кто что-то вспомнит, какие-то смешные случаи были. Каждый раз, причем сколько лет не прошло, всегда что-нибудь новенькое услышишь.